Он начал проявлять агрессию уже в 2,5 года. Я в плохом настроении. Я боялась своего сына. И врачи не могут сказать, на что он способен. Люди с серьезными психическими расстройствами склонны к агрессии. Особенно по отношению к себе. Я не умею сдерживать гнев. Заткнись! Только около половины детей получают хоть какую-нибудь медицинскую помощь. Ему нужна не только мать. Ему нужна серьезная профессиональная помощь. Психические расстройства мы лечим не так, как другие заболевания. Помощь просто недоступна. Но мы виним родителей, когда у их детей серьезные проблемы, в том числе преступное или разрушительное поведение. Черт возьми! Приехала полиция, я испугался до смерти. Это не лучший способ получить помощь. Все эти мамы, мы все нуждаемся в помощи. Мы забываем, когда кто-то проявляет насилие, это значит, что мы не справились. «Опасный сын» в Амедиатеке и на телеканале Амедиа Премиум.